10 июля Сергиевский район простился с воином, нашим земляком, погибшим при исполнении служебного долга. В последний путь с воинскими почестями проводили уроженцы села Кармалы-Аделяково лейтенанта Сергея Николаевича Магузева. Мы на каждом богослужении молимся о том, чтобы Господь сподобил нас христианской кончины. Это, конечно, значит в первую очередь внутреннее состояние души человека, когда человек находится в мире с Богом и с людьми, когда его жизнь настроена на исполнение христианских заповедей. Ну и, конечно, и на такую внешнюю сторону, как быть достойно похороненным по христианским обычаям на своей земле, рядом со своими родными, чтобы они молились, приходили на могилку, поминали. И вот поэтому, несмотря на всю тяжесть сегодняшнего события, мы, конечно, радуемся, что Господь сподобил его вернуться на свою родную землю спустя столько времени с его кончины. Сергей Магузев родился 27 ноября 1976 года. В сентябре 2022 года в ходе частичной мобилизации был призван в ряды вооруженных сил Российской Федерации. В мае прошлого года он получил ранение, но пролечившись в Рязанском госпитале, вернулся в боевой строй. 25 октября лейтенант Сергей Николаевич Магузев погиб в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня мы прощаемся с замечательным человеком, лейтенантом Магузевым Сергеем Николаевичем, который в трудную минуту, когда нужно было, когда Родина позвала, он стал на ее защиту, пошел по мобилизации выполнять воинский долг в зоне специальной военной операции. Он его выполнил до конца, погиб смертью героя. Пусть ему будет вечная память. Указом президента Российской Федерации нашего земляка наградили орденом мужества посмертно.